Привет, друзья! Вы на канале Макрос. Природа неповторима и чудесна во всех деталях. Будто проворный альпинист лазает по травяным и цветочным стволам неведомый нам жучок. Рассмотрим поближе творение природы, детали которого не видны невооруженным человеческим оком. Переливается розовыми оттенками на солнце кожура картофеля. Посмотрим намного ближе кожуру и мякоть этого плода. Популярная из рекламных роликов зубная паста. А это красочные надписи на тюбике этой же зубной пасты. Ослепляет металлическим блеском старинный советский нож из нержавейки стоимостью 53 копейки. Поверхность лезвия ножа отображает следы многоразовых заточек. Макрос. Курочка снесла яичко. Что там снаружи? Не такое оно уж и гладенькое, как кажется изначально. Гидрокарбонат натрия, или простым языком пищевая сода. Наблюдаем мелкокристаллический порошок, что-то наподобие соли. Утром почтальон Печкин принес под порог газету. Увеличим газетный шрифт. Именно так черная типографская краска легла на белую газетную бумагу. Виднеются черные точечки, будто брызги от этой краски. Всем известная лапша быстрого приготовления. Доширак, мивина, ролтон, как ее только не называют. Имеет бледно-желтую глянцевую поверхность, чем-то напоминающая картофельные чипсы. Макрос. Порошок, помогающий держать чистоте наши вещи. На фоне белого порошка отчетливо просматриваются гранулы красного и синего цвета. Глаз человека, имеющий вокруг себя около 200 ресниц. Поглядим на одну из этих ресниц. Высушенные лепестки суданской розы, известные нам как чай каркаде, имеющий сладковато-кислый привкус. Прикоснемся к лепесткам поближе. Всемирно известная конфета на палочке. Снимем фантик, так-то лучше. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Макрос, делитесь роликом в сети. Новые видео не за горами.